Так, ну что, вот и босс, Аврис, проклятый золотом. Пытается всех угадать сундучком своим. Сейчас телепорт, аккуратно нужно отходить. Вот его тушки. Он уходит в телепорт, потом резко выбегает в другом месте. Вот в этот момент нужно вовремя отойти с пути его следования, сойти, чтобы не попасть под удар. И не стоять в этих золотых лужах, которые он разливает. Вот я чуть не сдох. Вот он ушел в телепорт. Я попал. Ох, чуть-чуть не попал. Вовремя. Рванул в сторону. Неудобно, конечно, с ним драться, когда ты милишник. Когда тебе нужно драться в ближнем бою. Так, опять телепорт. Он разливает под собой эту золотую лужу, и она постоянно наносит урон. Довольно ощутимый. Так, это удар был по кастерам, по ранжевикам, по лучникам, магам. Когда он машет своим сундуком в большом радиусе. Ну а лужу разливает, естественно, для нас, милишников. Те, кто в ближний бой вступает с ним. Так, телепортик. И опять. Пш. А вот теперь он в ближнем радиусе раскидывает свой сундук. О боже. Сейчас, боже, чуть не сдох. Опять ближний радиус у него. Что ему понравилось. Чуть не прибил меня, вы сами видели, какой урон проходит. И опять телепорт. Отходим, отходим в сторонку. Осталось ему недолго мучиться. Так, телепорт и отходим. Ну давай, кабанчик, падай. Недолго мучилась старушка в злодея опытных руках. Сундучок, сундучок разбиваем, не тупите, ребята, сундук надо успеть разбить. И ничего ценного в нем не было, к сожалению. Я это ценю. Вот так вот, такой босс
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите обновления.